25 апреля отмечается День общества красных шляпок. Основатель общества – художница Элен Купер. Она в 97 году подарила подруге на красную шляпку, купленную в антикварном магазине. Купер подарила подобные подарки еще нескольким своим подругам. И 25 апреля 98 года они купили фиолетовое платье и устроили чаепитие. Традиция стала ежегодной и положила начало празднованию Дня красной шляпки. Купила себе я шляпку, такая я вот, мадам. Теперь все мужчины с папкой бросают взгляд на меня. Кто-то решит королева, а может быть канцлер она. Их мысли справа и слева доносятся до меня. Все было ведь так в порядке, обычный житейский круг. Но только купила шляпку, вся жизнь изменилась вдруг. Мужчины все время вьются, но просто пчелиный рой. И кажется, шляпка будто волшебной совсем такой. Просто в шляпочке гуляю вечерком. Вы не смущаете дамочку, а то под каблучком вы сразу же окажетесь, и я ведь не шучу. Вы мне поулыбаетесь, я сам уж захочу. Просит уже подруга, дай шляпку мне поносить. А то с мужиками туго, не хочет никто любить. Но вот и соседка тоже нашла выход без проблем. Со шляпкой такой можно, ведь даже открыть гарем. Все было ведь так в порядке, обычный житейский круг. Но только купила шляпку, вся жизнь изменилась вдруг. Мужчины все время вьются, но просто пчелиный рой. И кажется, шляпка будто волшебный совсем такой. А я лишь просто в шляпочке гуляю вечерком. Вы не смущайте дамочку, а то под каблучком вы сразу же окажетесь, и я ведь не шучу. Общество имеет более 30 тысяч организаций только в США и во многих других странах. Члены общества вместе посещают театры, мероприятия, устраивают вечеринки. Купила себе я шляпку, такая я вот, мадам. Теперь все мужчины с папкой бросают взгляд на меня.